Отопительный сезон во Владимире начался 27 сентября. К 1 октября по планам тепло должно было быть в каждой городской квартире. Однако повезло не всем. О холодных батареях и отсутствии горячей воды рассказали пациенты больницы скорой помощи «Красный Крест». Главный врач Евгений Яскин отрицать не стал. Тепла нет. Связано это с ремонтными работами на территории больницы. Сейчас в палатах стоят радиаторы. Отопление обещают дать самое позднее 5 октября. О той же проблеме отсутствия тепла сообщали губернии 33 жители дома номер 20 по улице Кирова. 29 сентября у них не было ни отопления, ни горячей воды. Между тем в горадминистрации только одна официальная жалоба. На сегодня есть проблемы только в одном доме культуры, это локальный дом культуры, микрорайон «Энергетик», но там просто произошел порыв, это абсолютно такая нормальная штатная ситуация, и в течение буквально там 1-2 дней этот порыв будет устранен. Не исключают в администрации ряд бытовых проблем, из-за которых подача тепла в дома могла задержаться. Например, за воздушные стояки, потекшие батареи или трубы. В таких случаях звонить нужно или в управляющую компанию, или на горячую линию городского управления ЖКХ по телефону 53-42-36. Борис Пучков, Евгения Волкова, Станислав Трегубов, Губерния 33.